Меня зовут Дмитрий Кипень. Многие домашние кулинары ценят лаваш за его универсальность. Если совсем нет времени, то можно приготовить кучу закусок из него. Лаваш и сегодня спешит нам на помощь. Мы его обжарим в яйце с начинкой. Это просто объедение. Нам понадобится тонкий лаваш, сыр, колбаса, помидор, репчатый лук. Поехали! Первым делом подготовим все ингредиенты. Нам необходимо вареная колбаса. Нарезаем ее такими колечками. Также нарезаем сыр примерно такими же кусками. Помидор. Также нарезаем колечками. И репчатый лук. Все ингредиенты практически готовы. Нам необходимо теперь выбить яйцо. Можно добавить немного сливок, либо молока. Днем мы будем смачивать лаваш. Нарезаем его на кусочки. Выкладываем колбасу, потом помидор, лук и сверху сыр. Смазываем это все горчицей. И сам лаваш. Заворачиваем. Смачиваем лаваш в яйце и отправляем на сковороду. Все готово. Зовите всех к столу и приятного аппетита!